Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и это игра «Ботаникула». Сумасшедшая и веселая игра о приключениях пятерых друзей, которые идут с большой миссией спасти их милый мирок, в котором они живут. Итак, мы с вами остановились рядом с этим чавкающим товарищем. Давайте-ка уйдем, потому что он чавкает. Это очень некультурно, когда ты чавкаешь. И что ж, с новыми силами давайте рассмотрим, что еще у нас осталось. Нам надо было собрать троих детишек, которые потерялись. И тут где-то у нас плакал наш шарик. Он уже не очень плачет. Уже нормально? Уже полегче, вас уже двое. Кроме всего прочего, меня немножко смущает вот то, что все тут шевелиться, и в этой игре действительно надо все тыкать, все шевелить, со всем общаться, а иногда и по нескольку раз. Что у нас там? Сюда мы больше не пойдем. Ага. Так, ладно. Товарищ. Все, то есть какие-то действия у нас безвозвратно. Окей. Здесь уже все хорошо. Ты немножечко синий, потому что тебя в прошлый раз съели свиньи. У нас пчелка живет. И тут вот какие-то странные эти самые... Вот это вот не очень... О, боже мой! Это что, так каждый листик может? Нет. Не каждый. Ой. Получено достижение. Педалька. Педалька. Педалька, стой. Стой, педалька. А, слушай, может быть, надо, чтобы она сюда в рот ему упала? Вот этому хищнику. Ну-ка, подожди, давай попробуем. Нет, она падает мимо. Так, остальные не педальки, только одна тут у нас замаскировалась. Педалька. Ладно. Пчелка. Интересно, а можно ли поймать пчелку? Опа. Выплюни ее. Достижение. Зроут. Будет еще что-нибудь? Пчелка, ты научишься жизни? Нет. Нет, она никогда не научится жизни. Отпусти ее. То есть это можно повторять бесконечно. Окей. Наши друзья смотрят на все это дело обалдевшими глазами. Ладно, пошли наверх, пока педалька нас не опередила. Здесь так и лопает этот товарищ, и я не знаю, что с ним делать. Давайте я вспомню, чем мы занимались. Ага, там наверху мы были, там были свинтусы, и там, в принципе, по-моему, у нас уже все. Так, что у нас тут? У нас, кстати, есть еще... Ля-па-да-па-дам. Тут этот, который кусает за глаза... Прыгун. А тут вечно спящий. Так вот. Очень классно он кричит. Так, нам надо было... Ага, здесь была вот эта вот оса. Ну-ка, листики. Ой-ой-ой, смотри, что это? Ты кто? Ой. Смотрите, сколько тут уже листиков. А как интересно, я этого раньше не видела. А если она сейчас вас польет?
Подожди, пчела, а если... Я ее не могу особо управлять. Она вот сама как летает, так и летает. Так, чтоб она на их полила, вот этих вот семейства листочков. Наверное, это я что-то не то делаю. Пчела! Так, интересно, а вот карточку нам дают, вот, например, за эти листики, которые мы сейчас нашли? Нет, смотрите, это было... Это педалька, это свинтус, который мы с вами нашли в последней серии. И теперь вот этот хищный листик. А вот это семейство. Ведь вы же не зря тут попадаете. Пчела, 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 пчела. Как-то они связаны, по-моему, все-таки. Так, сейчас попробуем. Друзья, если что-то долго будет, я уже поняла, что я, наверное, буду просто-напросто вырезать какие-то моменты, которые затягиваются. Давай, давай, сдувайся и наполняйся по-новому. Мы попробуем полить эти листики нектаром, которые выбегают. Они такие синенькие, им явно не хватает сока, который ты, гад, все весь выпиваешь. Хотя листик довольно быстро восстанавливает. Смотрите, какой у него тут. Ну что ж, ладно. Так, что нам остается? Что я, в принципе, хотела? Я же хотела отдать крабам их дитя. И это было, по-моему, не здесь, а это было сюда. Как нет? Мы окончательно заблудились. Сюда? О, нет, здесь был злой паук. Не-не-не. Сюда. Нет. Так, ну давай вспоминать. А где это было? Это было где-то в другом месте, значит. А, вот. Да, листики совсем не то, чем они кажутся. Надо щелкать на каждый. Не-не-не-не-не, сюда, сюда нам... они такой звук производят. Нам сюда. Да-да, здесь был этот рыбак. Интересно, если на рыбок пощелкать, что-то будет? Нет, они не щелкаются, а листики... Они производят звуки, когда на них наводишь. Вот в чем дело. Тут вообще все производит звуки. Здесь вон лягушки пели. Крабы были здесь. Ну да, и у нас их детеныш, которого я пыталась им отдать. Нет! А мы больше не можем слезть? Нет, мы можем только, наверное, упасть. Ой, нет, 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 он не спал. Ай-яй-яй. Так вот, по поводу музыки. Давайте-ка пощелкаем тут тоже все листочки. Вот здесь же тоже были, да? Здесь был всего лишь навсего один червячок, что очень странно. Посмотри, какой маленький листочек.
Мне кажется, чем больше мы их шевелим, тем больше вот это вот пыльцы летает. Может быть, нет. Пойдем. Вот смотрите, и эти капли, они тоже музыкальные. Так. Ой, господи. А, слушайте, это вот эти шипы вырастают, да? Так. А так. Как интересно. То есть нам надо... Мы можем вырастить каждый из шипов. Не-не-не-не-не, нет. Иди вниз. Мы займемся селекцией бобовых. Опа! А, друзья! Так, смотрите, как мы что-то вырастили. Нам теперь еще какой-то этот гриб надо, наверное, полить. Что-то новое тут выросло. Ну-ка. А тебя надо, наверное, полить вообще вот так вот. Не-не-не. Вот когда не надо, теперь они все сюда попадают. Ну-ка. Просто... Нет, на тебя просто надо было нажать. Что случилось? О боже, получено сволочек какое-то еще достижение мы получили. А что мы должны теперь делать? Просто радоваться всему этому. Да, уже ничего не поливается. О, как красиво. Ну, мы устроили красоту на этих веточках. И карточку мы получили? Да, мы получили карточку. Своловек поющий. Ты сейчас поешь нам? Нет? Нет. Короче, мы сделали какой-то микромир. Как интересно. Слушайте, а сколько я, наверное, пропустила уже таких моментов, да? Надо мне внимательнее относиться, но... Давайте-ка я для начала отсюда уйду. Ох, ух, а там было очень шумно. Кстати, мы можем туда вернуться? Там что-нибудь изменится при этом?
Очень здорово. Так вот, дело в том, что я подрежу, естественно, не подрежу, вернее, опущу просто на ускоренное. Потому что я довольно долго тыкала, все уже как бы было полито, но только один единственный момент у нас не был полит. И я долго ловила, как туда, как там поливаться. Ля-ля-ля-ля-ля. Слушай, ребятки, у нас же есть ножницы. А как мне тебя взять? А, вот как. Давай, режем всю паутину. А, вот так вот ты это делаешь. Ну, давай. Бум. Все. А, он сам пойдет до своих родных. Так, а кстати, у нас есть с вами карта. Давайте посмотрим. Я боюсь что-либо пропустить. Здесь мы были. Здесь мы устроили красивую музыку. Вот он твой краб. Вот они рыбки. Ага, здесь мы тоже были. Здесь вот эта мертвая петля. Здесь свин. И здесь сказочник. В принципе, да. Мне так кажется, что мы... Вот, еще один. Ой. Ты кто? Ты как тебя... О. А я не могу сюда прийти никак. Не-не-не-не-не, вернись, вернись, вернись. Пока тут паук опять не завелся. Я хотела на листики кликать. Просто иногда листик и стрелочка, они... Ой. А. Да, вот так вот просто. Подожди, я так понимаю, что ты легко просто берешь их, выкидываешь отсюда. А как-нибудь что-нибудь... Подожди, баран. Баран, 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 баран. Три баранка. Два баранка. Мы получили баранку. Да, мы получили баранку. И паука мы получили. Ну. Фью. Баранки сами по себе, очевидно. Так, сюда я никуда не могу больше прийти. Паутину я могу как-нибудь тут еще? Нет, не могу. Ну, идемте к счастливому семейству. А, да, и очень многие звуки я уже сейчас просто слышу, что создатели игры просто-напросто сами ее озвучивали. Вот так вот, да-да-да-да-да, и так далее. Ну что? Получено достижение level 3. Ах, это level 3. Юху! Ой, мы все сделали на левеле. Ура! Здрасте. Обалдеть, друзья. В общем, что я поняла из этого диалога? Что у нас двигатель на куриной тяге, а нам надо будет спуститься к корням дерева. Но чтобы все это сделать, нам нужно набрать этих курей. Я тебя правильно поняла? Сколько их надо? 14!
Так, и это вот ваш город, да? А это вот ваше это куриное устройство. Та-дам! Нет, я на тебя нажимать больше не буду. Тебе нужны куры. Так, что у нас тут вообще такое? Фантастик, это какое-то... Ты так и будешь прыгать с домика на домик. Подожди, я могу на вас, на самих тунеядцев нажать? И этот прыгает с листика на листик, этот с какими-то... Ой. Я куда-то кликнула, мы куда-то попали. Ты кто? Это Франкенштейн, что ли? Точно, это Франкенштейн местный. Ну? Ты его оживил. И? Подожди, подожди, не надо бегать. Ой. Лампочка. Еще лампочка. Я так говорю. А, как будто я что-то поняла. Получено достижение кукачка. Друзья, это полная шиза. Надо мячик дать. Эй! Это полный кукук. Я не понимаю, что с ним делать. Счастливый Франкенштейн создал своего монстра, и тут у нас футбольный мячик. О, в любом случае, давайте уйдем отсюда. Где мы были? А где мы вообще? А, вот мы. Давайте, я хотела по порядку, чтобы не путаться. О, теперь мы сами создаем монстров. Так. А почему теперь... Ой, это опять что-то не то. Так. Смотрите, это стало си... А если мне по очереди дуть? А теперь сюда. Нет, это опять какой-то монстр. Да, в центр дуть. Опять не то. Так, давай будем придерживаться плана. Вот, смотри, правильно. Все, уже не то. Уже монстр. О, друзья, мы тоже тут очень долго посидим. Лягушка. Давайте, ну, наверное, какая-то должна быть логика. Нежно за туловище, так? Нет, ну это куриное туловище. А если все время дуть в одну дудку? Такого моста у нас нет. Давай вот в нижнюю. Раз. Еще раз. Раз. Получено достижение Шнек. Мы сделали улитку, но мы не сделали курицу. Улитку.
улитка, ты так и будешь теперь тут ползать? Так, ладно, дружочек, давай, дуй. Теперь у нас уже не будет улитки, смотри. Лягушка, и это голова, туловище. Курица. Мы уже сделали улитку, подожди. Значит, нельзя, да? Среднюю, начнем со средней. Опять улитка. Голова. Туловище, а здесь должно быть ноги тогда. Это не те ноги! О, курица, шиза. Быть как шиза. И здесь ты быть как шиза. Курица. Мы поймали курицу. Слушайте, но ведь можно собрать, наверное, лягушку, да? Давайте попробуем собрать лягушку. Это опять улитка. Нет, нет, нет. А я не могу подуть дудку, пока у нас тут монстры бегают. Вот, голова это была среднюю, верхнюю дудку. Уже не то. В среднюю. Мне так кажется, что здесь абсолютно рандом, честно говоря. Должен курс собирать, если нам удастся клонировать тут. Может, все 12 кур мы здесь и соберем тогда? Но если так, это на самом деле скучно и... У меня заканчивается тикадуем в среднюю. Вот, голова. В нижнюю. Так, тикадуть. В этой игре есть логика, есть. Получим достижение жаба. Так, ну получается, мы всех собрали. Здесь было три варианта. Жаба, улитка и курица. А мы можем еще раз курицу собрать? Куриные запчасти есть? Хорошо, давайте подумаем. Не получилось развести жаб. Ага, ку-ку. Ну, что-то кукушка, только без перьев. Это была средняя, да? Нет! Не, наверное, второго экземпляра нельзя собрать. Смотрите, я сейчас сделаю все то же самое, что у меня было и... Видите, из жабы не получается. Нет, нет, да, то есть всяко нам какая-то подстава выходит. Мы уже второй раз это делаем. Понятно. Значит, по второму разу здесь сделать курицу не получится. Так, что у нас дальше? Что у нас тут? Что за дзен? Что это за... О, точно дзен. Цветочки.
Бонзай, это бонзай, это растенец бонзай. Давайте мы ему вырастим, а на одном из этих деревцов будет курица. Как вы думаете, это достаточно? О, налетели, налетели вредители! Или это нормально? Ой. То есть ты вывел бонзай и развел на них пчел. Что это? Сама невозмутимость при этом. Так, подожди. Ага, то есть смотрите, на каждый бонзай что-то вы... Я заикаться начинаю, друзья, сил нету. Потому что это столько всего. Что это? Это карточка чего? Очевидно, это лягушка, но это очень странная лягушка. Мы получили карточку Франкенштейна, не знаю за что, кукушки, улитки. Я так понимаю, лягушки, но почему-то она невидимая. Улей и вот этот вот дзен-буддист местный. Так, что у нас тут? Цветочки, Опа. Цветочки, Опа. Так, это что за боб? О! Дорога на вершину. А это все-таки так и будет салют, да? Так, а это что такое? Озвучка, я не могу, я лопну от смеха. А здесь у нас что? Ой-ой-ой, это шарик. А, тут у нас был одинокий гномик. Че, гномик, полетели? Куда? Небось, на вершину Гималаев полетишь, да? Ты альпинист местный. Ты правда, что ли? Давай мы тебе шарик хлопнем. Без этого улетит. И? А где курица? Ой. То есть какой-то колпачок мы в память о покорении Эвереста получили, да? Что вот это было? То есть это у нас салюты. Это цветы. Пока один не взорвался, мы не можем два одновременно, да? Или можем? Это так прикольно, друзья. Ну-ка, давай попробуем одновременно. Вот, получилось, только... Нам это ничего не дало. Пчелки, пчелки, летайте, собирайте цветочки, собирайте, пока они не спрятались. Меня потихонечку начинает накрывать. Я пойду, пожалуй, отсюда, друзья. И знаете что, давайте, наверное, мы здесь с вами остановимся, пока меня окончательно не накрыло. И встретимся уже в следующей серии в этом мегаполисе, я бы сказала. Смотрите, что не административное здание, то какие-то странные причуды. Ну что ж, огромное спасибо, тем не менее, всем, кто это видео посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока!